В районе Сочи в Красной Поляне прошел чемпионат России по длинному горному бегу. На дистанции 30 километров самой быстрой и выносливой оказалась кировчанка Нигина Хаитова. Она стала чемпионкой России. О других событиях в спринте спортивных новостей. В рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги Кирово-Чепецкая Олимпия провела очередной тур против Нижегородской Чайки. Два матча в стенах Олимп-арены закончились совершенно по-разному. Одно поражение и одна победа. В первом случае Чайка заклевала олимпийцев со счетом 4-1. В составе нашей команды заброшенной шайбой отличился Михаил Коняев. Это поражение встряхнуло Олимпию, и уже во второй игре в упорной борьбе победа по буллитам со счетом 3-2 порадовала кирово-чепецких болельщиков. Следующий тур соревнований Олимпия проведет 2-3 ноября в Уфе против команды «Талпар». Быстрее пробежать 50 метров и залезть по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Это задача для учеников 9 кировских школ. В манеже стадиона «Прометей» сегодня прошел традиционный турнир «Серебряная штурмовка». В городском первенстве по пожарно-прикладному спорту в ловкости и скорости состязались ребята 13 лет. В командном зачете третье место у 51-й школы. Серебро завоевали ученики школы номер 70. Победу праздновала команда школы 54. Лучшие участники этого первенства будут привлечены к тренировкам областной сборной по пожарно-прикладному спорту.